Здравствуйте, меня зовут Тилков Сергей Валерьевич, я специалист по новостройкам в городе Рязани. В этом обзоре хочу, во-первых, вам огласить хорошую новость жителям, купившим квартиры в жилом комплексе «Метропарк». Вот в очереди, которая сейчас сдается, это 9, 7, 6 подъезды, уже начался осмотр квартир, и, соответственно, люди получают ключи. Хочу показать вам, что сейчас происходит на стройплощадке. Много преобразилось, много зелени. Мы сейчас походим, посмотрим. Но главная новость то, что люди наконец-то дождались. Сейчас я нахожусь во дворе жилого комплекса «Метропарк», как раз второй дом. Вот он перед вами, разделен на две части. Что с правой стороны, соответственно, люди сейчас получают ключи. Левая сторона отделена забором. То есть тут будут люди проживать, парковать свои машины, детишки будут бегать. И, соответственно, в безопасной зоне. То есть сейчас идет отсечение. Эта часть, три подъезда, будет сдана позже. Соответственно, сейчас будет людьми осваиваться недвижимость своя собственная в этих подъездах четырех, которые сейчас вот перед глазами. Так, все зелененькое. Изменения с прошлого моего обзора заметны кратно. То есть, во-первых, появилась зеленая трава. Во-вторых, вот эти зеленые насаждения, системы орошения. Сейчас подожду, вам тоже покажу, подойду. То есть, ну и парковочка чистенько, аккуратненько ждет владельцев. Будут тут парковаться жители жилого комплекса «Метропарк». В принципе, красиво все. Празднично, отлично. Сейчас покажу вокруг дома. Есть вам что показать. Будет, я думаю, интересно. Самому интересно, думаю, и вам покажу. Тоже интересно будет. Перед вами сейчас я нахожусь в такое место, где встречают будущих жителей, где люди начинают осмотр своих квартир. Тут такой фуршет, вкусности, шарики, праздничная обстановка. Я вам сейчас покажу лестничную площадку. Такая вот красота. Так вот все красиво, все празднично. Так что приходите, получайте ключи. У кого, конечно, посчастливилось приобрести квартиры в жилом комплексе «Метропарк». И живите, и добра наживайте. Классно. Все-таки такое отношение, праздника. Не здрасте, вот вам ключи, а вот всегда приятно. Ну, соответственно, продолжаем разговор. Плиточка, все аккуратненько, светящиеся светильнички. Вот это тоже. Так, что заметил вообще, которого раньше никогда не видел? Во-первых, в данный момент у этого дома примена система не то что озеленение, но и орошение. Сколько раз видел многократно, когда вот на при сдаче дома стараются, соответственно, строительные компании привести ближайшую территорию в порядок, приукрасить, вот высаживаются зеленые насаждения. И они просто увядают через какое-то определенное количество времени. Тоже как бы не айс. Ну, то есть, вот показали, зелень есть, классно. Но так как его никто не поливает, или поливает недостаточно, я, честно говоря, в этом не особо понимаю. Но тут вот я вижу, что тут с орошением все очень круто. То есть, это, во-первых, им надо прижиться, не просто под сдачу их посадить. То есть, как раз вот это, я понимаю, система орошения, вот это позволит сделать. То есть, они должны прижиться. Для этого все вот так вот. Все вот так, вот такие штуки, видите. Вообще, то есть я смотрю, тут земля, влажно, круто. Сейчас еще пару кадров сниму, вот, к берегу, к набережной сейчас спущусь. В прошлые разы не было зелени, то сейчас кадр будет вообще, мне кажется, обалденный, классный. Ну и за мной, идемте. Спускаюсь, смотрите, лавочки, можно сидеть и смотреть в сторону зеленых насаждений, отдыхать. Здесь вот, пожалуйста, тоже можно посидеть. Смотрите. Ой, вот то, что тут набережная, очень круто. Тут и утки. Я видел в свое время, когда вел здесь съемку, когда с людьми приходили, с клиентами покупать квартиры. Тут и с удочками рыбу ловят. Вот такой вот, такие объекты интересные. Можно посидеть. Положить тут планшет, или там, не знаю, конечно, подсказывать не буду, но прям хоть фуршетный стол можно тут организовывать. Не знаю, разрешат, не разрешат, но можно сесть и угоститься. Вот сейчас вам еще кадром поведу, попоказываю вам зелень и красоту. Жилой комплекс «Метропарк», северная компания. Вот набережная, ну, набережная, конечно, еще доделается. Впереди, вот, видите,
Такая лесенка внизу еще не сделана, я так понимаю, как следует. Но все потихонечку, не все сразу. Первый дом, когда сдавался, тоже напротив первого дома, также если мы сейчас здесь пройдем, тоже стоит корабль, облагороженная набережная, тоже было все не сразу, все потихонечку. Но задел такой крутой, вот смотрите. Это на всякий случай третий дом, башня, жилого комплекса, метропарк. И, соответственно, вдоль третьего дома, то есть вот эта вот вся береговая зона, также будет облагорожена и сделана, приведена в приятный вид глазу для гуляния. Сейчас вот проведу вам еще камерой. Ну, круто, интересно. Жилой комплекс «Метропарк» – такой город в городе. Стоит внимания. Сейчас еще немножко покажу вам. Вот. Тут в этой, на этой территории тоже есть вот такие вот места для посиделочек. Сейчас, если получится. Где они есть-то? Вон плывут утки. Красота, природа. Все тут рядом. И детям показать, самим посмотреть. Это очень приятно. Еще несколько кадров. Такое ощущение, что я где-то в дом отдыха. Вот ходишь по набережной. Вот такие вот места для посиделочек, для отдыха. С этого ракурса еще вам покажу. Солнечная погода. Красота. На этом видеообзор подошел к концу. Показал вам стадию строительства жилого комплекса «Метропарк». Опять же говорю, поздравляю жителей второго дома, которые сейчас получают ключи. Большое дело, теперь будете осваивать свою недвижимость, делать ремонт и жить, поживать, добра наживать. Также напоминаю, что в жилом комплексе «Метропарк» квартир есть в следующей очереди второго дома. Соответственно, квартиры продаются в третьем доме и в четвертом. Нужна какая-то информация, консультация поподробнее, если нужно, обращайтесь. А еще лучше звоните мне, со мной пройдем, посмотрим, увидим все своими глазами. Для понятия цен на недвижимость в этом комплексе оставлю ссылку в описании под видео, также в комментарии под видео. Также, если интересно, если удобнее смотреть ролики о недвижимости, подписывайтесь на канал мой на Рутубе, вот он здесь ссылочка, и телеграм-канал вот здесь вот опять же ссылочка есть. Ролик заканчиваю, всем вам доброго, до свидания.